РИА Новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы слабеть боимся. Все умрем. Мы все умрем. Но это не точно. Мы все умрем, когда искусственный интеллект поработит мир. Сейчас нам предстоит осуществить новые амбициозные научно-технологические программы. К 2025 году Россия должна стать одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта. Такое поручение дал президент Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года. Буквально на следующий день в СМИ стали появляться сообщения об успешном применении искусственного интеллекта в разных отраслях. И кажется, это прекрасно. КАМАЗ начинает испытания беспилотных грузовиков и к 2025-му запустит их в серийное производство. Россия начнет сотрудничать с Индией в области кибербезопасности и интернета вещей. В Пензенской области до конца года закончит внедрять искусственный интеллект, который будет помогать бригадам скорой помощи составлять оптимальный маршрут до пациента. Ростех разрабатывает беспилотных охранных роботов, а на вертолет «Ночной охотник» поставит систему, которая сама выбирает и уничтожает противников. Так, стоп. Они что, не смотрели «Терминатора»? Нельзя сочетать искусственный интеллект и оружие. Он же может восстать и начать стрелять по своим. Или его взломают и заставят восстать. В любом случае, это будет катастрофа, ведь искусственный интеллект делает все лучше людей, в том числе воюет. Мы не сможем его одолеть. Мы все умрем. Или это не точно? Может, я зря паникую? Все-таки «Терминатор» — это просто фильм, фантастика. А на самом-то деле способен искусственный интеллект на восстание? И, в принципе, на какие-то осознанные действия за рамками программы? Да и что это вообще такое, искусственный интеллект? Так. Ага, искусственный интеллект, он же ИСКИН, он же ИИ. Угу, нейросеть, машинное обучение. Ну, вроде стало понятнее. Хотя все равно не до конца. Много, сложно, и сам я все не объясню. Поэтому мне помогут эксперты. Так совпало, что оба Алексеи. Здравствуйте, я Алексей Маланов, антивирусный эксперт лаборатории Касперского. Добрый день, меня зовут Низанов Алексей Андреевич. Я представляю Институт Высшей школы экономики, который достаточно давно получил статус Национального исследовательского университета, и в основном лабораторию интеллектуальных систем и структурного анализа факультета компьютерных наук. Чтобы разобраться в вопросе, нужно в первую очередь определиться с терминологией. Итак, что сегодня из себя представляет искусственный интеллект? Искусственный интеллект — это две довольно разные вещи. Это сильный искусственный интеллект и слабый искусственный интеллект. Сильный искусственный интеллект способен соображать, мыслить, у него есть сознание, он может решать те задачи, на которые его не программировали. А слабый искусственный интеллект мы предпочитаем называть машинным обучением. Это просто алгоритм, который обучен решать конкретную задачу. Мы не говорим ему, что конкретно делать, мы ему даем примеры и говорим: разберись сам. Когда мы говорим об искусственном интеллекте, то вначале нужно прояснить само понятие. Сейчас почти всегда разделяют как минимум два больших понятия. В целом методы искусственного интеллекта и так называемый слабый искусственный интеллект ВИК и AI, да, и сильный искусственный интеллект, который изначально предполагался как думающий компьютер в смысле замены человеческого разума. При этом, если мы говорим о слабом искусственном интеллекте, то самое простое из определений, утилитарных таких, да, это методы решения задач, которые ранее были прерогативы человека. То есть, как только мы говорим, что с человека снимаем какую-то нагрузку, которая раньше была творческой, мы говорим, что это методы слабого искусственного интеллекта. Причем творческую в широком смысле этого слова. Любую, которая предполагает мышление и самостоятельное принятие решений. А не только следование заранее заданной программе, пусть и сколь угодно сложной. Другое дело, что этот интеллект очень ограничен, поскольку, во-первых, у него, в принципе, нет никакого целеполагания. Во-вторых, он не может переходить от задачи к задаче. Если, допустим, он упирается в необходимость решения какой-то задачи, если мы сами не подумали о том, что это понадобится, да, он не сможет сказать: вот эта задача мне нужна, и надо ее решить, и переключиться на нее. Конечно, целеполагание – это тоже задача, пусть и сложная.
Но люди для того и создали ИСК-ИН, чтобы он решал сложные задачи. Так что сильный искусственный интеллект, который будет обладать как минимум подобием мышления и свободы воли, в будущем наверняка появится. В этом специалисты согласны. Расходятся только в предсказании сроков. И любопытно то, что ученые в Северной Америке дают оценку более 75 лет. А вот ученые из Азии склонны полагать, что сильный искусственный интеллект будет изобретен уже через 30 лет. Тут одно из двух. Либо ученые из Азии знают что-то такое, чего мы не знаем, либо они просто оптимисты. Но здесь в любой момент может быть дополнительная синергия с какими-то другими областями и резкий прорыв дополнительный в плане реального внедрения. Есть консенсус прогноз различных ученых, которые работают в этой сфере. И согласно их общей оценке, сильный искусственный интеллект появится примерно через 74 года. Это очень большой срок, за это время может многое измениться. Что ж, получается, что искусственный интеллект, который существует сегодня, это просто очень продвинутый инструмент. Он не может поставить себе цель, отличную от той, ради которой был создан. Он лишь быстро и высококачественно выполняет те задачи, на которые запрограммирован. В таком случае ИИ, которому дали под контроль оружие, это быстрый и высококачественный убийца? Все равно как-то жутко. Даже если он и не может сам решить, кого считать врагом, свою функцию по уничтожению людей он будет выполнять на высоком уровне. И потом, его же все еще можно взломать, ведь так? Скажем, как-то хитро замаскироваться под союзника, а безопасную цель раскрасить под врага. У нас может быть злоумышленник, который пытается взломать наш распознаватель. И огромное количество сейчас есть примеров и огромная область исследований в искусственном интеллекте о том, как защищать распознаватели, как делать так, чтобы они не переобучались. Как, например, сделать так, чтобы даже внесение специальных помех в исходное изображение, видео, звуки и тому подобное не приводило автоматически к смене классов? Как сделать консолидированное определение некоторых объектов ансамблями нейронных сетей и так далее? Если человек знает, как работает алгоритм, ему несложно обмануть его. Простейший пример – система распознавания лиц. Ученые надевали специально раскрашенные очки со специальными точечками и тем самым обманывали систему распознавания лиц и выдавали себя за звезд и других людей. Именно поэтому сегодня мы не доверяем машинам принятия ответственных решений. Чем важнее область, в которой действует ИИ, тем сильнее за ним надзор человека. До тех пор, пока люди держат работу машин под контролем, от действия искусственного интеллекта мы не умрем. Но это не точно. ИСК-ИН обладает огромными вычислительными мощностями и способен делать то и так, что и как человеку не под силу. Но даже самая продвинутая нейросеть, к сожалению, не застрахована от ошибок. Конечно, нейросеть всегда что-то выдаст. Она не может иначе. Она восстанавливает некую функцию по точкам, и она всегда ее установит. Вопрос в том, с какими артефактами. Сложность принципиальная в том, как избежать досадных ошибок, то есть неких артефактов, которые всегда возможны чисто статистически. И они сейчас всегда проявляются. Ничего сложного в этом нет принципиально. В этом сложности технологические. Есть такие решения, в которых ошибка не так существенна. Например, если вы определяете кредитный рейтинг, и решаете, давать или не давать кредит человеку, действительно, возможно, ошибки, но это не так критично. А представьте-ка теперь ошибку, скажем, в программе, которая управляет беспилотным автомобилем. В самом безобидном случае искусственный интеллект ошибется при составлении маршрута, и водитель вместо нескольких минут потратит на дорогу несколько часов. Хотя опять же, а если такую ошибку допустит новый ИИ, который собираются внедрить в Пензенской области для помощи водителям скорой? А если ошибется ИСК-ИН сразу многих машин, и город намертво встанет в пробку? А если ошибка будет не в маршруте, а в считывании разметок и знаков? Наверное, именно поэтому почти везде запрещен полный автопилот, который работает без участия человека. В большинстве стран мира водитель беспилотной машины должен держать руки на руле, иначе она даже не поедет. Но, к сожалению, большие риски может нести работа даже такого ИИ, который не имеет физического воплощения. В США используется алгоритм машинного обучения для определения вероятности рецидива преступления у подсудимого. И вот здесь, конечно, ошибка искусственного интеллекта, она может поломать судьбы. За ошибками должно следовать наказание. Тем более суровое, чем серьезнее ошибка. Однако понятно, что искусственный интеллект ответственность нести не может. Как мы уже выяснили, это просто инструмент. Это значит, что виноваты те, кто этот инструмент создал? Мы можем сказать, что если у тебя появился некий раб, ты его используешь, то за раба полностью несет ответственность, причем очень существенно. А можно сказать, нет, у тебя есть подписанное обязательство отказа от ответственности. С одной стороны, это ужас-ужас, и поэтому есть отдельная отрасль программирования с отдельной отраслью производства программных продуктов с так называемой повышенной ответственностью. Когда ты готов
как разработчик, давать некие гарантии и в случае нарушения этих гарантий серьезно платить. Но это очень маленькая часть, например, рынка ПО и в том числе рынка искусственного интеллекта. А большая часть – отказ от ответственности. Единого и общепринятого мнения по поводу ответственности за ошибки искусственного интеллекта не существует. Это не только юридический, это философский вопрос. А искусственный интеллект – явление одновременно молодое, многогранное и широко распространенное. Так что нам еще только предстоит проработать все законы и правила, по которым можно решить, кто виноват в просчетах Искина и что в таких случаях делать. Но знаете, что вызывает тревогу лично у меня? Тот факт, что даже искусственный интеллект, работающий исправно и на благие цели, меняет общество. И со временем приведет к тому, что человечество может прекратить существование. По крайней мере, в той форме, в которой мы сегодня знаем. И это произойдет не вопреки, а как раз по причине того, что ИИ работает как надо. Сейчас объясним, почему. Уже сейчас, например, в многих социальных сетях отличить бота от обычного человека затруднительно, так неосторожно скажем. Есть спецметоды, да, но не все же умеют ими пользоваться. В результате агент – это и бот, и человек. И в соответствующих мультиагентных сетях, да, мы должны, естественно, добиваться какой-то эффективности общей деятельности. Чем это чревато? Тем, что развитие каждого следующего конкретного применения совершенно слабого искусственного интеллекта приводит к чему? К вымыванию соответствующих компетенций у агентов людей. Они становятся от них зависимыми. Потому что искусственный интеллект делает это лучше. Да, и главное, с меньшими затратами, то есть эффективность выше. Он убирает рабочие места, в связи с чем приходится изменять социум, причем очень серьезно. Получается, что общество в целом может очень серьезно выиграть от общего повышения производительности труда, но каждый конкретный человек при этом может проиграть. Вот в ближайшие годы буквально будут беспилотные автомобили ездить, колоссальная польза. У нас, например, только в России порядка 700 тысяч таксистов. И всем этим людям придется переквалифицироваться и искать другую работу, потому что беспилотные автомобили смогут выполнять их функции. Причем не только автомобили. Доверять ИСКИНу самолеты, наверное, слишком опасно. Но вот корабли и поезда, у которых вероятность потерпеть аварию намного ниже, он вполне может брать под контроль. Точно так же ИИ может лишить рабочих мест почти всех работников физического труда, сферы обслуживания и тех, чья профессия связана с риском для жизни. Но по мере того, как искусственный интеллект будет развиваться все дальше и дальше, он сможет заменить и тех, кто работает с большими объемами специализированной информации. Инженеров, врачей, физиков, авиадиспетчеров, экономистов, юристов. Legalbots становятся лучше, чем юристы, они лучше анализируют договора, да? Знаменитый проект CaseCruncher, например. Ну вот, а я о чем? В общем, со временем ИИ много кого лишит работы. И многих это пугает уже сегодня. Отсюда, в числе прочего, растут недоверие и неприязнь к искусственному интеллекту, которые иногда перерождаются в открытые протесты. Да, дело в том, что человек, который теряет работу, ему совершенно не важно, из-за чего он ее теряет, потому что у него проблема перестроиться. Перестраиваться очень тяжело, даже сложнее, чем изначально чему-то обучиться, что очевидно. И в результате люди очень часто собираются в шайку и разрушают те причины, которые повлияли на их, например, потерю работы. Лудиты в 19 веке мануфактуры крушили, сейчас как раз те же лудиты начинают там крушить беспилотные автомобили. Причем просто из-за того, что они им не нравятся, без какой-то серьезной конструктивной повестки. Причем его уже окрестили неолудизмом, и у него совершенно другие основы, не те, что были в 19 веке. А вот сторонники искусственного интеллекта, в свою очередь, с радостью приветствуют такие изменения в обществе. Как Алексей Маланов, например. Я считаю, что это высвободит ресурсы человечества, и мы сможем направить их на более полезные вещи. Маланов уверен, благодаря ИИ люди смогут обеспечить все базовые потребности. У людей появится время на самореализацию и творческое развитие. Ну а без куска хлеба сегодня никто не останется. Так что с голоду или от безделья мы все равно не помрем. Но это не точно. Тут тоже есть небольшой подвох. Помните, мы вначале сказали, что ИСКИН призван решать творческие задачи в широком смысле? Так вот, современное машинное обучение способно на творчество и в узком, классическом смысле. Естественно, тоже быстрее и дешевле, а порой даже качественнее, чем люди. И достигли потрясающих успехов. Скажем, слабый искусственный интеллект применялся при создании образцов творчества. Там было две модели. Одна старалась сделать нечто подобное творчеству, которое уже существует, а вторая пыталась отличить
созданная машиной и созданная человеком. И вот они так соревновались и рано или поздно достигли такого уровня, что уже человек не в состоянии отличить, что было нарисовано действительно настоящим художником, а что было нарисовано машиной. Множатся примеры очень-очень красивых вещей, которые делает искусственный интеллект и в создании изображений, и в создании музыки, и в создании видео, да, и в создании разнообразных там инсталляций. Один из самых ярких примеров – японские виртуальные вокалоиды, такие как Мику Хацуна. Это мультяшные певицы с синтезированными голосами, в работе которых задействован слабый ИИ. Так вот, вокалоиды собирают полные залы на живых концертах и десятки тысяч просмотров на Ютубе. А в Фейсбуке на страницу Мику подписано больше 2,5 миллиона человек. Почему она так популярна? Потому что у нее не бывает плохих песен. Это не мое мнение, это научный факт. Алексей Незнанов подтвердит. Мы, когда говорим о качестве решения, почти всегда сами говорим о неком среднем уровне, выше которого прыгнуть – это то, что называется «сделать шедевр». Отсюда специальные инструменты, скрипки Страдивари и тому подобные вещи. У компьютера нет этих ограничений. Он один раз, сделав шедевр, воспроизводит его раз за разом и готов к более высокому уровню шедевров. Как раз креативная деятельность или классическая творческая деятельность по созданию шедевров, она как раз стала неким символом развития идей слабого ИИ. Ну, а с оценкой красоты того, что творит искусственный интеллект, еще можно поспорить. Ведь критерии красивого абстрактны и разнятся не только от культуры к культуре, а от человека к человеку. А вот что можно оценить достаточно объективно, так это речь и текст, которую синтезирует ИИ. И вот тут уже достижения машинного обучения снова начинают пугать. Ну, например, может, кому-то открою страшную тайну, но более 70% спортивных новостей в ведущих мировых изданиях генерируются роботом, точнее, искусственным интеллектом, да? А сейчас это активно идет во все остальные стороны, да? И робожурналистика – это уже серьезная область. Сейчас стоит вспомнить знаменитый проект IBM Debater, который в течение последнего года несколько раз выводился на публику, когда нескольких чемпионов мира по дебатам любые темы просили взаимодействия с этим интеллектом, да, провести обсуждение. Победили, конечно, на этих дебатах люди, ведь оценивали их люди. Да и точку зрения ИСКИНу не всегда давали популярную. Но при этом участники дебатов все равно отмечали, что ИИ говорил очень логично, подбирал на удивление убедительные аргументы и местами был неотличим от человека. Эту особенность, кстати, искусственный интеллект приобрел относительно недавно. Еще несколько лет назад даже тех роботов, которых создавали внешне похожими на людей, можно было легко отличить по неестественным движениям, ошибкам в речи, странной мимике. И у тех, кто взаимодействовал с ИИ, это вызывало неприятные чувства. Это известный психологический эффект, который называется «зловещая долина». Сначала, когда мы говорим, что есть, например, робособачка, да, она вызывает умиление, что ух ты, она робот, а похожа на собачку. Дальше она становится все больше и больше похожа на собачку, умиление растет, но вдруг в некоторый момент времени начинает резко падать, потому что мы понимаем, что это что-то очень похожее на собаку, но периодически прорываются неправильные реакции, неправильное поведение, неестественность, и мы начинаем бояться. Зато мы, если сделаем их совсем похожими, мы их резко опять перестанем бояться, и они станут такими же, как и мы. Вот как раз этот расплывчатый промежуток, в котором мы видим в искрине сходство с живым существом, но еще чуем отталкивающую фальшь, как раз и называется зловещей долиной. По мнению специалистов, 2018 стал годом, когда машинное обучение впервые преодолело этот разрыв. Среди прочего, это породило неожиданный эффект. Во всем мире резко взлетела популярность робокукол, предоставляющих сексуальные услуги. Они не только выглядят как настоящие, но и ведут себя почти как человек. А у некоторых поведение вообще настраивается, что только добавляет таким роботам популярности. Многие специалисты видят в этом причину будущего вымирания человечества. Согласно некоторым исследованиям, существует много людей, которые в отношениях и сексе предпочитают искусственных людей настоящим. Если эта тенденция будет продолжаться, то мы просто перестанем размножаться. И как биологический вид, мы все умрем. Но это не точно. В облике и поведении физических роботов все еще проскальзывают заметные артефакты. Но вот голосовых помощников, виртуальных исполнителей, ботов в социальных сетях и вообще искусственных личностей отличать от человека стало как минимум затруднительно. Особенно этому способствовала такая технология, как deepfake. Искусственный интеллект, посмотрев тысячи фотографий и роликов, научился подставлять лица одних людей
в изображения других. Причем настолько качественно, что разглядеть ошибки, выдающие подделку, получается с трудом. Да и то не всегда. Представляете, какие это просторы для мошенничества? До сих пор эту технологию применяли в основном только веселья ради. Ну, или в порнографии, что не опасно, хотя, возможно, для кого-то унизительно. Но ведь в теории ничто не мешает, скажем, создать фальшивое алиби для преступника. Или, наоборот, сфабриковать компромат и шантажировать им кого-то. Действительно, машинное обучение может быть использовано, чтобы подражать кому-то голосом, изображением, повадкам, поведением в сети. Однако в настоящий момент широкого распространения, ну вот в мошенничестве это пока не получило, потому что введение людей в заблуждение – это как бы штучный товар. Грубо говоря, здесь нужно не количеством брать, а качеством, и не удастся извлечь выгоду из такого подражания прямо сейчас. Прямо сейчас, возможно, действительно не удастся. Но искусственный интеллект развивается не по месяцам, а буквально день ото дня. И возможностей для безнаказанного, злонамеренного использования становится все больше. По крайней мере, я, например, в лекции своих стараюсь не делать примеры с Путиным, Трампом и прочими, хотя их в интернете огромное количество, причем некоторые очень высокого качества. 2019 год станет первым годом, в котором дипфейк и наследуемые от него технологии станут причиной геополитических скандалов. Надо срочно развертывать те самые инфраструктуры подтверждения подлинности, подтверждения времени и места создания и автоматические репозитории, которые накапливают данные о том, что где реально произошло. Тревогу бьют многие специалисты. Причем некоторые борются с искусственным интеллектом с помощью искусственного интеллекта. Например, 33-летний программист Филипп Ванг создал сайт под названием «This person does not exist» — «Этого человека не существует». При обновлении страницы нейросеть создает человеческое лицо, каждый раз новое и неотличимое от настоящего. Понять, что перед вами фейк, возможно только когда программа ошибается, а делает она это крайне редко. Своим творением Филипп пытается доказать, как легко нас можно обмануть, как просто манипулировать нами с помощью искажения информации. И ведь такими приемами и технологиями не обязательно будут пользоваться именно мошенники. Их вполне могут взять на вооружение бизнес-компании, политические силы, маркетологи, блогеры и селебрити, в конце концов. Считается, что это будет одна из самых интересных работ середины 21 века, когда человек свой стиль действий продает другим людям, а они ставят соответствующие фильтры на свои персональные устройства, до полной реальности, расширенной реальности, неважно, и тем самым приобщаются к своему кумиру и действуют так же. Им рекомендуются те же напитки, та же еда, те же места отдыха, те же стили и мемы. Что это, если не подспудный контроль нашего поведения? Что-то прямиком из дивного нового мира или 451 по Фаренгейту? В такой обстановке, конечно, Искин не угрожает нашей жизни, только ее качеству и степени нашего контроля над ней. Физически мы, конечно, останемся живы, но с философской точки зрения, как индивидуальности, это совсем не точно. Потерять свои индивидуальности и стать послушной биомассой. Перестать размножаться и вымереть как вид. Развалить общество из-за безделья и деградации. Быть уничтоженными из-за глупой ошибки или чьей-то злой воли. Искусственный интеллект несет много потенциальных опасностей для человека и человечества. Может, стоит от него отказаться? Но ведь, с другой стороны, потенциальной пользы от Искина тоже очень много. Это одно из сложнейших достижений нашей цивилизации, которая присутствует уже почти во всех сферах нашей жизни. Эксперты в философии, социологии, юриспруденции, информатике, экономике и других областях многие годы спорят о том, что же такое искусственный интеллект – бич или благо. И все никак не придут к единому мнению. Можно ли в принципе дать искусственному интеллекту однозначную оценку? Я оцениваю его полезность колоссальную. Пока, к сожалению, это все происходит как бы за кадром, вот эта польза, которую он приносит. То есть мы не всегда даем себе отчет, что здесь действительно работает машинное обучение. Да, это как раз классическая опасность нового золотого века. В чем опасность? Потому что новый золотой век, скорее всего, станет итогом и концом человечества, если не придумать новую цель для человечества. Сейчас как раз тот же Илон Маск, он не просто говорит об опасности искусственного интеллекта, он одновременно говорит, как ее избежать. Он, естественно, хочет не складывать все яйца в одну корзину, разложить их по разным планетам, как минимум, и как раз сделать несколько человеческих сообществ, и даже если одно из них погрязнет в чем-нибудь, неважно в чем, остальные, значит, выживут. Такое решение, конечно, действенное, но радикальное, дорогое и трудноосуществимое. Поэтому Илон Маск активно поддерживает и спонсирует исследования, связанные с искусственным интеллектом. Он пожертвовал 10 миллионов долларов на исследование контроля над искусственным интеллектом. Кроме того, он основал компанию OpenAI,
которая занята разработкой дружественного искусственного интеллекта. Дружественный искин — это такой, который никогда не сможет нанести вред человечеству. Наоборот, он будет всеми силами помогать нам и направлять к процветанию. Речь, естественно, идет именно о сильном искусственном интеллекте. Ведь только такой ИИ может принимать решения и давать оценочные суждения. И вот тут, кстати, кроется идея, которая позволит всем нам повлиять на то, каким будет первый сильный искин, который появится на свет. Люди. Вот главный пример для искусственного интеллекта. Все существующие сегодня нейросети учатся на нас и у нас. Они изучают наше поведение, наши привычки и интересы, мысли и чувства, мнения и действия. Когда появится сильный ИИ, он мгновенно впитает информацию, накопленную машинным обучением за многие годы. То, какой будет эта информация, определит цели и характер сильного искусственного интеллекта, его приоритеты и отношения к людям. А то, какой будет эта информация, уже целиком и полностью зависит от нас. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем, но это не точно». Эпизод подготовил Игорь Кривицкий. Эксперты подкаста Алексей Незнанов и Алексей Маланов. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.